Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области выросла плата за капремонт. Теперь кировчане будут платить по 9 рублей за квадратный метр своей квартиры. В 2022 году сумма была на 70 копеек меньше. Решение о поэтапном повышении платы за капремонт было принято еще в начале прошлого года. С 2024 начислять будут уже по 9 рублей 80 копеек за квадрат. Зарплату чаще повышают тем кировчанам, которые просят этого у руководства. Такой вывод сделали специалисты сервиса «Суперджоб» после проведенного опроса. Среди кировских работников в прошлом году повышение зарплаты просили 43%. Молодежь просит чаще, чем старшее поколение. Мужчины чаще, чем женщины. Сотрудники с доходом выше среднего чаще, чем люди с меньшей зарплатой. Большая часть работников просила увеличить зарплату на 20%, однако прибавляли работодатели сумму гораздо меньшую – 10%. При этом чаще всего в прибавке отказывали тем, кто просил 5%, а одобряли тем, кто хотел 30%. Половина работников, которая требовала прибавки, ничего не добилась. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. В любом бизнесе учет – необходимость. Без бухгалтерского и налогового не обойтись. Без управленческого можно, если вы предприниматель без планов, целей и задач. Как подходить к вопросам учета руководителю, который ориентируется на грамотность и осознанность в делах, поясняет руководитель компании «Бухгалтер» я, Татьяна Максимчук. Зачастую в компаниях ведется несколько учетов. Управленческий учет отдельно, а бухгалтерский учет отдельно. На самом деле это неправильная позиция. Лучше сразу бухгалтерский учет, чтобы формировал те данные, которые будут использоваться потом всеми службами, финансовыми, экономическими, собственниками. Настроить процессы учета в вашем бизнесе так, чтобы при минимуме усилий получать всю возможную пользу, помогут в компании «Бухгалтер и я». Там знают, что каждый бизнесмен уникален и предложат индивидуальный рецепт. Звоните за подробностями по номеру 213-112. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».